Приветствую вас. Я бы, наверное, выделил в первую очередь то, что вам плохо от его лжи, и рассмотрел бы этот момент. Почему вам плохо от его лжи? С чем это связано? Вот. Потому что совершенно очевидно, да, что его ложь, а вас как-то задевает. Из его лжи вырастает ваше нервное состояние и какая-то вот потребность, да, контролировать ситуацию. Вот. И, естественно, мне кажется, что имеет смысл, да, поисследовать этот момент, имеет смысл поизучать этот аспект, почему вас задевает его ложь. Далее. Мужчина врет по той причине, что он стыдится. Вот. То есть его ложь, его ложь по факту, да, это стыд. Это стыд по причине своих собственных эмоций, своих собственных переживаний. Вот. Это, значит, вот именно, ну, такой контекст, именно вот в таком контексте ну, можно говорить, вот, понимаете, какая штука. И, соответственно, вы, получается, отказываетесь принять тот факт, что у мужчины есть, ну, какие-то вот определенные там сложности, да, какие-то там определенные проблемы и так далее. То есть речь идет об этом. С другой стороны, потребность в контроле и потребность в том, чтобы все контролировать, вот, она, значит, связана с тем, что вы чувствуете
некую такую угрозу в свой адрес. Понимаете? Какая штука. Вот. Поэтому и возникает, возникают, точнее, данные проблемы. То есть вы боитесь чего-то сами, вы опасаетесь каких-то вещей сами и переносите на молодого человека свой собственный страх, ну или свои собственные страхи, да, вот, и, соответственно, вы пытаетесь опереться на него, вот, ну, на мужчину, вы пытаетесь опереться на мужчину, вот, в том, что вам, самой, к примеру, недоступно, вот. Вот так, примерно, примерно так это работает. И, соответственно, нужно, точнее, желательно, именно прорабатывать ваши страхи, ваши сомнения, вашу неуверенность в себе, и то, как конкретно задевает вас ложь, грубо говоря. Вот. Это то, что я вижу, значит, опираясь на ваш текст. Ну и, как уже сказали мои коллеги, вам вы не задаете фактически вопросы, вот, никакого вопроса вы не задаете, не совсем понятно, какой помощи вы ждете от нас, да, от психологов. Вот. А я думаю, такой можно дать ответ вам на вопрос. Я думаю, такой можно дать вам ответ на вопрос. И на этом закончить. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.